российскому законодательству генеральный директор имеет больше прав единолично действовать от имени компании, чем, например, в Германии. Поэтому многие инвесторы назначают на эту должность сотрудника материнской компании. В то же время процедура получения разрешения на работу в России имеет ряд особенностей. К примеру, уже при подаче документов на разрешение на работу требуется, чтобы компания была зарегистрирована. А для регистрации компании уже требуется иметь генерального директора. Назначив сотрудника Schneider Group генеральным директором, вы решите эти вопросы. Также эта услуга может в некоторых случаях обезопасить компанию. Например, если собственный генеральный директор внезапно решит покинуть организацию, а также если у учредителя нет должного доверия менеджменту компании в России. Для решения этих вопросов вы можете воспользоваться нашими услугами и назначить генеральным директором сотрудника Schneider Group. Да, конечно. Действия сотрудника, исполняющего обязанности генерального директора, в обязательном порядке согласуются с учредителями. Генеральный директор является представителем интересов учредителей в России, а также гарантирует, что компания действует в соответствии с российским законодательством. В этом им помогают юридические и налоговые департаменты Schneider Group. Также генеральный директор представляет компанию во всех официальных государственных органах, например, налоговой инспекции и таможне, а также в банках, например, по вопросам открытия счетов. Да, конечно. При этом, как правило, мы предлагаем воспользоваться услугами управляющей компании Schneider Group. С одной стороны, иметь международную управляющую компанию солидно для инвесторов, а с другой – отсутствует зависимость от конкретного человека на данной должности. Также мы ведем проекты по оперативному управлению компаниями наших клиентов.